Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, и я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о ПЦР на цитомегаловирус. ПЦР – это полимеразная цепная реакция. Цитомегаловирус – это инфекция вирусная, которая передается различными путями. Может передаваться половым путем, может передаваться контактно-бытовым путем, внутриутробно, со слюной, с игрушками у детей и так далее. То есть она очень контагиозна. ПЦР-анализ или полимеразная цепная реакция делается на многие вирусы, в том числе и на цитомегаловирус. В ней смотрится внутренняя структура ДНК, в нашем случае цитомегаловируса. Забор материала может происходить, первое, с урогенитального тракта, с заднего прохода, со рта, в виде мазочков. Мазочки берутся одноразовым урогенитальным зондом в специальную проверку. Также может сдаваться моча, сперма, слюна. Для этого используется специальный стерильный контейнер. После забора материала любого, в том числе может использоваться и кровь, ее отправляют в лабораторию. В лаборатории происходит клонирование, то есть многократное увеличение того ДНК, которое содержится в материале. И затем сравнение полученного многочисленного ДНК с эталоном цитомегаловируса. Если эта ДНК соответствует цитомегаловирусному, то ставит положительный результат на цитомегаловирус. Если не соответствует, ставит отрицательный результат. В норме у человека на ПЦР-анализ должен быть отрицательный результат на цитомегаловирус. При положительном результате на цитомегаловирус необходимо дополнительное обследование на иммуноглобулины крови и назначение последующего лечения. Иммуноглобулин – это уже белки, не сам вирус, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на проникновение цитомегаловируса. При необходимости сдачи ПЦР-анализа на цитомегаловирус обращайтесь в нашу клинику платной КВД. Опытные венерологи обладают всеми методиками забора анализов и могут забрать и назначить правильный забор анализа из всех сред организма. Кроме того, при обнаружении цитомегаловируса в нашей клинике назначается правильное лечение, основанное на коррекции иммунитета в сочетании с противоцитомегаловирусными иммуноглобулинами. Поэтому при необходимости диагностики и лечения цитомегаловируса ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.